Дорогие мои подписчики и гости моего канала, я хочу вас поздравить с наступившим 2021 годом, годом быка. Я надеюсь, что этот год будет более счастливым, мы будем с вами здоровыми, богатыми, все наши желания будут сбываться, и настроение у нас всегда будет хорошее. Представляем вашему вниманию Мартини Росси. Это новая продукция от компании Мартини. Нам в Канаде удалось ее попробовать. Написано, что это с натуральными апельсиновыми корками. И цвет у нее красный. Если кажется, он сейчас розовый, наверное, это неправильно. Давайте посмотрим. Вот цвет такой красный, написано «Фьеро». Ну, кстати говоря, вот у нас здесь на оборотной стороне они рекомендуют смешивать Мартини Фьеро с Мартини Просекко, то есть шампанским, да? И еще рекомендуют 50 на 50 смешать с тоником. Но, если честно, это 15 градусов. Вот, оно не очень сладкое. Оно такое немножко горьковатое, похожее на кампари, но не похожее. Но, опять же, это сложно сказать, что там похоже, что нет. Опять же, у всех вкусы разные. Близко. Вот, близко к кампари, но немножечко послаще. Так что вот, пишите в комментариях, кто пил такое же мартини, есть ли оно в ваших городах, в ваших странах, и что вы думаете по этому поводу. Мартини Фьеро. Вот такой мартини. Кстати говоря, не во всех магазинах есть и стоит дороже, чем обычная мартини. Обычная мартини стоит в районе $15, а это стоит в районе $20. Это не звонок на урок. Это мы начинаем дегустацию Мартини Росси. Открываем на ваших все глазах и наливаем. Сейчас пока в чистом виде, ни с чем смешивать не будем. Я туда брошу просто ледика и буду пробовать. Ну что, пару ледиков и можно приступать к дегустации. Слышите, как трескается ледик? Смотрите, какая красота, какой цвет. Но при дневном освещении цвет немножко другой будет, видите? Но все-таки он красный, он не малиновый, а именно красный. Красно-малиновый, так же его назовем. Вот он какой. Вот такой вот. Такой кайф накрасить губы. Потому что с этой ужасной пандемией под маской ничего накрасить не можешь. А сейчас ты просто красавица, потому что у тебя есть возможность, ты находишься дома и можешь покрасить губки. Так это же хорошо, правда? Зачем мы с вами, ребята, сегодня собрались? Мы сегодня с вами дегустируем новый напиток. Называется Мартини Росси. Вот такой вот напиточек. Я положила туда ледика. Сейчас будем с вами дегустировать. Давайте попробуем. Такой терпкий вкус, калиновый, похоже на кампари, но более такой легкий вариант. Легкая кампари, я бы вот так назвала, очень вкусно. Как раз сегодня 1 января, и 1 января мы дегустируем этот напиток. То есть нужно загадывать желание. Кто не пил, загадываем желание. Кто пил, напишите свои комментарии, понравилось вам или нет. Мартини Росси. Очень вкусно. Это не Чинзана, а именно Мартини. Это новая фишка от компании Мартини. В честном виде вкусно. Но если смешать с шампанским или с тоником, наверное, не такой яркий вкус будет. Но интересный, интересный. Я думаю, что у этого напитка есть будущее. Народу это понравится, и они успешно это будут выпускать. Написано, что этот напиток на основе шкурки апельсина. Вот. То есть он натуральный, как говорится. Цвет уж я не знаю, насколько натуральный. С апельсином никак не связано. Все-таки это больше красный вариант. К моему красному платью, видите, как подходит, да? Вот. Но вкус такой интересный. Все-таки на кампари похоже. Очень вкусно. Всем советую попробовать и поделиться своими впечатлениями от этого нового напитка. Вот. Жду ваших комментариев. До встречи в новых видео.
Пока-пока.